идет. Входит наша Алена Леонова. Опытнейшая спортсменка. Вчера она достаточно хорошо для себя откатала чисто короткую программу. И сейчас очень интересный подбор музыки. Вот в профайле значится Bollywood Selection. Посмотрим. Друзья, что происходит? Мы не удержались с Юлей, начали танцевать. К нам в студию вбежали люди, начали танцевать тоже. Потом Юлю пытался похитить злой Раджа, но кое-как мы ее отвоевали. Юля, скажи хоть что-нибудь. Чистейший прокат Алены Леоновой. Мощнейший прокат. Какие еще прилагательные, какие еще степени есть, кроме превосходной? Выше, выше нет. Она никогда так не каталась на моей памяти. Вот серьезно, это просто вот впервые я вижу такой чистейший прокат. Видимо...
Я не знаю, что с ней произошло, но это просто для нее. Я серьезно, мне слов нет. Что вчера она очень удивила, что сегодня. Просто браво, Алена. На одном дыхании я даже не видела, что она устала. То есть настолько она сейчас готова, настолько в форму. Смотри, всю себя отдала на льду. Алена очень эмоциональная, всегда была, всегда выделялась эмоциональными постановками программы и презентации, поэтому она и сейчас настолько выложилась, что вот и слезы. Я думаю, что это, естественно, слезы радости. 3-2-2, и хочется процитировать коллегу Максима Мирошкина. Обалдеть! Да, Максим позволил себе. Уже катала она индийские мотивы. 27 лет будет фигуристке в этом году. Могла бы в шоу давно уйти, деньги зарабатывать большие, а выступает она на высоком уровне. И посмотри, как выступает. И причем она, вот, казалось бы, уже... Были у нее неудачные сезоны, причем несколько подряд. Но сейчас она просто выходит и показывает абсолютно другой уровень для себя. Единственное, просела по вращениям, очень медленные они были. Это вот единственное, к чему я могу придраться сегодня. Понятно, что пьедестал тут уже зарезервирован. Ну, вчера я тоже не особо щедро ставили оценки, но я думаю, сейчас... Поясню свою мысль, которая, может, звучит немного провокативно. В смысле, я имел в виду, что за пьедестал, конечно же, во второй группе будет борьба, Алена выступает в первой, вот. И понятно, что она сама понимает, что за пьедестал, чтобы побороться, это нужно что-то сверхъестественное совершить. 5-2-2 какой-нибудь. Но так выступить, особенно после этих не лучших прокатов предыдущих фигуристок, когда волнение... Мы сейчас иногда... вообще, да, о пьедестале, думаю, говорить не будем. Просто очень порадуемся, да, за Алену. Порадуемся. Просто браво, ну серьезно, чисто, все чисто, абсолютно.